Что это типа? Даже не отсюда, а отсюда куда-то херачит уже. Ты право или лево? Ну, раз план, ты сидишь справа, я сижу слева. А кто выигрывает, туда мы едем. А разыгрываем более безопасную поездку, потому что там нас... Короче, вы все видели. Так, на счет три, да. Раз, два, три. Ты типа налево? Да. Получается, по-безопаснее. Бля, ну давай. Надеюсь. Подожди, нам обратно подальше. А это что, здорово, кстати. Я не знаю. Может, по ней можно тоже куда-то приехать? Нет. Нет. Тупиково, да. Направо все-таки выходи. Ну, тут уже снизу. Так, мы там делаем, что мы делаем круг. И возвращаемся через... У нас просто дым из-под капота. Подожди, мы налево поедем, там выезд на трассу. А, блин, там чисто капота. Объездно, ладно, давай направо. Короче, помни, я проиграл. Ты уже сам выбрал. Стравливала у меня пробка, потому что перебивала, потому что типа не держит вон там прокладка ржавая, я показывал в прошлом видео. То есть где-то есть снежные каналы, где она может задувать систему охлаждения. Но вот сейчас, во-первых, масло собралось. Немножко куда. А, я себе чувствую. Этот переходник срет мне надо немного. Да, через него, наверное, эту прокладочку тоже надо поменять. Просто крылья дизайн, чтобы под крышечку. И еще откуда-то травит. Короче, откуда-то отсюда воняет, фыркает всем и маслом, и тосолом. Кто-то, кстати, еще писал, почему мне воздухомер откинул, потому что у меня теперь датчик тут стоит на этом патрубке, там пониже, и это мап-сенсор. Но его не видно. Где-то он там. Ладно, смою все Димасу, чтобы не усрался. Во-первых, мы сейчас нам так вылетели в одном месте. Вылетел? Шикарно. Да, мы, да, чуть-чуть. Ну ты. Да, вообще. Что-то стебались там, только оттормозились. Я тебе тут ополоснул, чтобы было чище. Но у меня, короче, сейчас уже тосол, мало того, что пробка стравливает, еще и вот с этого места, откуда только же все в масле, отсюда парил тосол, откуда-то вот с этой зоны. Это что, кстати? Вакуумный. А. А где теплообменник? Он здесь есть вообще где-то? Вон. А, вон он внизу. Что-то немножко похож. Здесь как раз я тебе говорил, видишь, вот этот тройничок, да? Угу. Что там прокладочки идут, и тройничок сам по себе пластиковый. То есть я буду его снимать и смотреть, может, пластику пизда, может, прокладки пизда. Ну вот я думаю, да, что... Я Диме звонил сегодня, чтобы он АБС глянул, пока до разборки, чтобы он примерно понять, в чем проблема. Угу. Когда головку скину, будет легче... Да, достать. Ну, если что, там номер, ты можешь посмотреть, я тоже закажу, если просто, может, блок переставим, они там недорого. Ну и уходит прям вообще быстро, прям вот мы съездили, сколько мы там, буквально пару километров проезжаешь, чуть-чуть наваливаешь и уже пш, отовсюду. И газа еще. И стравливает и отсюда, и оттуда, и просто отовсюду. Хорошо. 3 days later. Как вы поняли,
Шкоду я вшатал. Короче, Шкода, сейчас мы подойдем. Я ее брал, как я говорил в прошлой серии, для трека. Хочу достроить, хочу сделать. Брал изначально с проблемой вот этой. То есть она была в минималках, когда добавили давление до 2,2 бара. То есть накинули из того же... Короче, купил ее в готовом конфиге. Кулек, гибридная турбина стояла. Как раз вот я хочу с вами поделиться, посмотреть. Точно еще раз посмотрим ее уже в снятом виде модель. Что нужно для... такого около дешевого тюнинга, в принципе, потому что видосов дофига, все все знают, все все понимают, но конкретно что и как, короче, разберем. И в моем случае даже придется шлифовать голову, чтобы усилить один элемент. Это прокладка, которая вот как раз связывает то, что у меня... Разбор пошел. Все, мы не мешаем. Нам потом, когда все вытащится... Так, смотри, я тебе покажу, откуда тасол здесь, как ты видишь, сломала стенку внутреннюю. Угу. А, вот ее выдавила аж. Да. А, он аж с газами там прям какими-то. Потом как будто... немножко масло капало с тандемного насоса и, получается, раздуло от масла тасольную трубку. Видишь, она вся жирная прям. Угу. Если ее чуть пошевелить, то с нее прям течет. То есть вот это пойдет под замену. Здесь одна или две трубки пойдет под замену, потому что на них масло капало. И, может, стасовал немного, поэтому вещь немножко их раздуло, раздуло. То есть потом здесь будут новые прокладки, и тогда течь пропадет. Хорошо. Это его протирать начинало. Переварил как будто гайку. У них это болезнь есть. Да? А, и вот. Еще попутно. Натяжитель. А, хороший был. Вот, начал сгибать уже. Угу. Или ты так хасанил? Я хасанил. Вот, я думаю, это тасольный канал. У тебя цилиндры. И вот, скажем, потихонечку газики вот так вот. Вот так вот. Пробирались. Это откуда газы у тебя? Угу. Почему выплевывало? Друзья, здесь уже стоит, да, какая-то? Это стоит, уже миненная получается. Нет, это стандартная толщина. Ну, выглядит мощно, на самом деле, по идее, такую. Дизельная регион. Прожечь как будто невозможно, кажется. Интересно. Можно? Конечно. Отлично. На распредвал будут новые вкладыши. Сам распредвал нормальный. Свечи новые, ремкомплекты будут новые на форсунки твои новые. Прокладка новая. Дай попить. Хотя, ну а что если... Блин, так она заводится вообще просто как в морозы. Ну, судя по всему, одна здесь уже не работала. Mm. То есть, получается, вот это работало. Ну, тем не менее, он морозы приезжал и там, блин, на всем подряд. Ду-ду-ду-ду-ду. Да, я тебе мотором так по факту. Ты же еще ржал надо, ну что я заводил зимой, вообще не мог завести там ни одно, ни второе, вообще все глючило. И Димас такой, смотри на видос, там только минус 150. Это будет под замену, здесь эту трубку разъела, видишь, она жирная. Угу. Она будет под замену, вот это нижняя, вот эта трубка, посмотри, как ее сплющил. Ну да. Вот, пузырь прям надулся. Это будет под замену, какая-то здесь еще трубка идет, будет под замену, свечи под замену. Я думаю, что еще какие-то вещи тоже под замену пойдут. Ну, какие-то еще будут под замену. Прокладка на тандемный насос тоже будет новая под замену. Какой насос? Тандемный. Тандемный? Я думал, мне послышалось. Значит, так и называется. Сейчас как раз я буду тебе голову разбирать, да? Еще надо сфоткать АБС же этот самый тоже. АБС я посмотрел, в принципе, места достаточно. Может быть, как ты говорил, почистить фишку попробовать? Хотя, блин, как его проверить? Сейчас. Ну его минимум надо хотя бы помыть. Угу. Ну, просто сломался он у меня типа просто. Я типа приехал, все работает. Пошел в контору, вышел и херась. И вот, и все.
И он перестал работать. Ну и с тобой мы скидывали, и все, он как бы. В общем, с Димой разговаривал. В принципе, даже когда головка стоит, вот считай, головка здесь стоит. Угу. И, в принципе, вот здесь вот это место есть, чтобы с фишкой работать. То есть. А там какой-то контроль-тест можно сделать, понять, чтобы вообще как-то его менять, не менять? Потом можно. Или, может, номер мне потом скинешь, если вдруг он там какие-нибудь 30 евро стоит. Я, может, закажу его. Я тогда сейчас буду забирать головку, и, в принципе, сегодня будет головка готова, чтобы я тебе ее отдал уже людям под, ну, под починку. Мне просто ее надо сейчас раскидать все. То есть мне надо еще час, максимум два, чтобы вот это. Буду всех наказывать на ней. А турбина? Ничего не надо с турбиной делать? Сейчас я ее отсоединю, посмотрим. Она масляная, надо понять, откуда сикало. Типа вот да, там может помыть. Так надо для начала понять, откуда сикало. Ну а по-быстрому что-то пристраивать. А, мы с тобой говорили, да, это все нормально. Пока так. Блин, она же не такая уж прям и большая. Ну, так она же, говорю, это гибрид. Это оригинальная маленькая турбина, и просто ее раз... Как сказать-то? Если посмотреть внутрь, посмотри, какая у нее крышечка красивая. Еще вижу две прокладки. Смотри, прокладка здесь стоит. Да. И прокладка там стоит. Да? Уже, да. Уже лежит. Но лежит. Ну, в общем, почему-то две прокладки. Вот. А может быть. Поэтому и. И сифонило? Да. Да, ну в теории, кстати, да. Ну, в общем. Вопросики есть, одним словом. Мы сняли голову. Обязательно ее проверить. На герметичность, шлифануть. Там у них идет три основные, как работают. Шлифовка, проверка на герметичность. Вот третий у меня из головы вылетело, что же там идет. Что третий идет? Помню, три идет элемента стандартных. Они, может, тебе скажут менять направляйки. По своему усмотрению, потому что люфт будет на направляйках, даже если ты поменяешь направляйки, через месяц мы опять головку снимем, угу. Уже будет небольшой люфт, поэтому... Но это ты можешь заказать, да? Это не к ним? Не, это все а, там они же делают. Это а, все, окей. Что с головкой, это будет тебе один человек, так сказать, угу. Один человек, одна контора делать. По идее, оставляем их не трогаем, одним словом. Ну, гидрики надо поменять. Не, гидрики это вот гидрики как раз уже я буду брать. Да. Так, и что, и тогда будет новая прокладка, и по сути все это мне помыть. И все. А, вот, третья мойка. Они моют в этой специальной химозной ванне на горячей. А, ну в этой ультрафигне. Она не ультра, нет? Она просто. Разве? По-моему, нет. По-моему, нет, по-моему, ультразвуком моет. Нет? Потому что ультразвуком лучше все отмывает. Там, наверное, химия своя, да, и да, плюс, да, да, ультразвук. Да, да, да. Ну, такая, типа, пароварка здоровая. Угу. Ну, вот, получается, вот три. Мойка, проверка на герметичность и шлифовка. Ну, только в другом порядке. Угу. Ну, короче, я их клинером брызгу. Давай. Ну, ремень будет новый, помпа будет новая, натяжитель будет новый. Ну, да, само собой, конечно. Клапанки будут новые. Вот сейчас я тандемник сниму, посмотрю, какая здесь прокладка будет. Это прокладка новая. Ну и сальник еще. Ну, сальник новый. Ну, в общем, все, что такое основное, должно быть новое, но будет новое. Здесь такая прокладка. Будет тоже новая. Сюда вот новая. С этой, смотри, у тебя не было проблемы. Это проводка на форсунке. Да. Она... Иногда умирает от старости из-за того, что она внутри мотора купается. У тебя не было проблемы с форсунками, какими-то контактами, то есть мы ее оставляем старой. Но ее можно купить новую, она стоит в районе там что-то 40. Она же меняется, по-моему, да? Она типа... меняется, я еще если доставаю. Что. Да-да, я еще ее доставаю. То есть ее можно будет потом? Ее потом можно поменять. Все, да. Не надо. Поэтому... Просто мне еще ее придется снять. Подожди, потом. А что там, это она под клапанной, да, получается, да. Будет? А, ну, как бы, я думаю, что... Вроде всякие было. Угу.
Вкладыш тоже новый будет? Да, да. На распредел будет новый. Угу. У тебя они вон супер. Ну да, как будто вот это вообще такое просто. Угу. Нет, обязательно будет новый. О, смотри, этот, видишь, он прожатый весь, треснутый, посреку мягкий. Угу. Так, там какой-то крайний вообще такой, с такими отбоями. У тебя вон. Этот, этот. Вот тот вообще этот. Самый лютый. Там какую-то гайку просто какую-то там молотил. В свободное время. Так, постоянно. Ну вот. Вот и все. Алексей. Алеша. Я думал, дальше не будет. Надо подчеркнуть. Так, сейчас я. Запиши. Да. Себе. Это важно. Потом по месту это намного все сложнее уже убирать. Все, зажигание или забрать? Ну, давай мне. Короче, ребят, интересная вся эта штука. Интересна она тем, что когда все это соберется, и я-то что завернул? У меня уже пробита это была прокладка, и если у кого-то, допустим, подобная машина, и хотите сделать подобное, понятно, таких прям манипуляций не надо. То есть вам просто гибридную турбину открутили старую, прикрутили новую, прошили, ну, кулек можете воткнуть и чуть-чуть там впуск доработать, и все, и она у вас валит как просто сумасшедшая. Форсунки вкинуть тоже там несложно. Но из плюсов, сейчас вот мы ее прошьем, скажем так, опять же, типа стоковая голова, то есть без всяких там супер изменений, это реально для тех параметров и показателей, что она потом будет выдавать, это очень дешево. То есть за такие деньги ничего ты как бы и не найдешь. И дальше из плюсов, да, можно какую-нибудь там бэху взять, что-то, блин, конечно, можно и задом там раздавать. Это немножко другое, все-таки это передний привод. И дизель, плюсы, расход средний 6 литров. Дубасить можно просто в пол, блин, не отпуская газа, дергать ее там, дрючить как хочешь. И вот я хочу выехать на ней. У меня вот мечта все-таки нормально на трек, то есть на какие-то околорегиональные, может быть, гонки. И, ну, как бы и в хвост, и в гриву, и посмотрим, на что она будет способна. Так что, ребят, будет 100%, ну, очевидно. То есть две серии как минимум, может даже три.
Не уверен, что подряд, а может и подряд. Вроде как все быстро идет. Вот за неделю мы даже по факту, типа за два вечера добили ее, додушили, все разобрали. Завтра еду шлифовать голову. Ну и, соответственно, уже в следующей серии вам отчитаюсь. И все, ребят, до новых встреч. Увидимся через неделю. Что, почем, как делается и что будем делать. Ёб твою мать. Ты это видел? Хорошо, у меня очки. Мне просто вот эта срань. Просто он сейчас разогнался, и мне в очки как врежется такой. Я же испугался, такой истребитель. Просто в глаз. Вот так, техника безопасности. Все, ребят, до новых встреч. Пацаны, смотрите, что с клиентской машины выползла. Я такой первый раз. Ёп, раз это он еще и напасть может. Смотри, он агрессивный какой-то. Там фокус есть? Есть, есть. Смотрю, смотри, он прям нападает, он сейчас такой. Ух ты, ёпта. Вообще такой салатовый, с жопой. С жопой. Че он такой агрессивный? Да-да-да-да, он такой типа, иди сюда, сейчас тебя размотаю. Ты с камерой, камеру убрал. Рубай камеру. Ладно, валим. Или он просто сползать сейчас будет? Не, не, да, я думаю, он... Яркий. А что, если он против съёбки, а мы его снимаем? Ну да. Против съёбки? Или съёмки? Ладно.